Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о московских площадках для выгула домашних животных. У нас в студии владелица собачьего питомника Алла Турецкая, кинолог Российской кинологической федерации Константин Карапетянц и заслуженный артист России Владимир Стержаков. Константин, Мала, Владимир, приветствую вас. Представьте еще наших гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Замечательная собака мопс Груша с голубыми глазами. И это девочка Афинпинчер, очень редкая порода. Собака-обезьяна. Понятно. Но это, наверное, наверняка не первые ваши собачки или первые? Нет, это не первые собачки. Вообще их много у меня. Вы собачница за стажем, я так понимаю. Да. Как вам, вот у нас тема передачи «Сюжет» мы посмотрели все вместе о новых площадках для выгула собак. Вы уже опробовали? Да, у нас шикарная площадка для выгула собак, я только там гуляю, больше нигде. А что там шикарного? Вы говорите, шикарного. Ну, во-первых, она большая. Она, у нее хороший забор, никто не может убежать. Очень интересные там стоят предметы, которые они используют, бегают и на горки поднимаются. И, конечно, очень классно, когда собаки могут в безопасности бегать на этой площадке. Константин, а вы видите, как раз, насколько я понимаю, участвовали в проектировании вот этих площадок? Ну, проектировали специалисты, а мы как бы... На начальном этапе определенные консультации были. Да, вот у меня просто поэтому к вам вопрос. Вообще на какое количество рассчитаны? Или они все разные по емкости, скажем так, эти площадки? Москва такой город, в котором есть территории маленькие в районах, да, есть возможности построить большую площадку. И, конечно, для всех собаководов, чем больше территории, тем лучше. Для собак в том числе, потому что... Собаки, животные, которые должны активно двигаться, которые должны между собой общаться, заниматься собаками можно на больших территориях. Вот. Площадки разные по размеру, но идея одна была как-то сконцентрировать вот владельцев собак в этих местах. Да? Когда между собой владельцы начинают общаться, то появляются какие-то общие интересы, появляются какие-то знания дополнительные и так далее. Ну и собаки, естественно, между собой тоже общаясь. Проходит определенную степень социализации, которая очень необходима. В городской среде, когда собака живет в городе, она должна быть социально адекватна, социально понятна во всех отношениях. Ну и, конечно, какие-то препятствия для того, чтобы собака физически развивалась, для того, чтобы она развивалась эмоционально. И владельцам нравится, когда собака преодолевает что-то, какие-то барьерчики, заборчики и так далее. Да? Ну и в том числе это выглядит красиво. Москва красивый город, поэтому вот те площадки современные, которые сейчас открываются, и были открыты и в позапрошлом году, и в прошлом, в разных районах, они сделаны в едином стиле, но у каждой площадки есть какая-то своя вот такая особенность. Где-то есть большие территории с большими газонами, с прекрасными растениями, с клумбами, с сиденьями, с навесами для владельцев. То есть это такое место для отдыха, на самом деле. Не только животных, но и владельцев, опять же. Почему я всегда ассоциирую с владельцем? Потому что, ну, собака одна-то она... Ну, она есть одна, да, но ей одной скучно. Мне кажется. Нет, бывает, что не одна. Да, бывает, что не одна, да, бывает, что не одна. Но, тем не менее, вот, знаете, вот в лифт заходишь, там табличка висит, там максимальная вместимость, там столько-то голов. Вот мне интересно, на этих площадках есть, что вот не больше 20, не больше 100? Собаководы, мне кажется, договариваются между собой. То есть есть же собаки разные по поведению, да? И по размеру. Есть пожилые собаки, есть по размеру собаки, которые отличаются. И не обязательно какие-то животные между собой могут дружить. Да? То есть есть собаки, которым нужно отдельное время для того, чтобы погулять, не раздражая всех остальных. Такие варианты тоже случаются. Ну, поэтому, мне кажется, собаководы договариваются. Ну, еще раз повторяю, чем больше территории, тем лучше, конечно, во всех отношениях. Но есть и маленькие площадки, компактные, на которых тоже можно погулять. Но здесь еще одна особенность интересная этих площадок. Там, во-первых, собак можно отпустить без поводка, что нельзя делать в условиях городской среды, да, обычной. Потому что это и небезопасно и для собаки, и иногда и для окружающих. И есть закон, который предполагает наличие собаки на поводке, наличие на ней намордника и так далее. А там можно и намордник снять, и поводок отстегнуть, и собака может свободно подвигаться, поиграть, погулять, позаниматься в том числе какими-то дисциплинарными навыками, приемами и так далее. То есть площадка — это вот такое место концентрации всего, что связано с собакой. Владимир, а ваша симка уже опробовала какую-нибудь из этих площадок? Или вы по традиции улицы парк? Нет, вы знаете, у меня и моя первая собака, английский кокер-спаниель,
Луша и моя Симка, они молодость прошла на собачьих площадках. О, видите, вот она по деревьям повалена, поэтому все, как бы юность и детство проходил на площадке собачьей. Я объясню, почему. Потому что это очень удобно. В комплексе все. Я вам скажу такую вещь, я актер, поэтому я немножко анализирую по-другому. Собаки, которые приходят и в достаточно большом количестве вот на собачью площадку, они становятся другими. Они, у них какой-то взгляд другой, у них отношение другое. Там, у них сейчас роль, которую они должны играть. И те, которые проходят за забором, там, они так... Разве это собака? Вот мы собака. Там очень много смешных моментов. Да? Понятно, моя мелкая. Но там есть большие собаки. Я не знаю, мы никогда не делились... Приходили все вместе, и было достаточно очень много. Там, допустим, какая-то овчарка, она влетает на этот барьер. И вот эти мелкие к этим бегут барьер, бум, так, смотрят наверх, это что делать, как что делать. А то, что касается вот эта вот штучка, это вот мелких собак, это была любимая. Ну, это было там уже 12 лет назад, да, когда Симка была вот молодая. А что они вытворяли? Там они большие такие, вот что-то длинные приносили. Это кто-то вот приносил. Это невозможно. У меня было ощущение, что у нас загорится от трения. Вот то, что вот они вот бегали по вот этим... Тоннелям. Как это называется? Тоннели. По этим тоннелям они бегали. Выскакивали. Нах, опять туда. И вот это все. И я должен сказать, что со всеми своими собаками, которые были у меня, да, гуляю в любую погоду. Это не важно. Слякоть, грязь, холод, мороз. Как собачник я всегда вижу собачьи площадки. Ну, вот проезжаю и всегда как бы вот оцениваю, что там происходит, какие собаки бегают, какие там одержимые. Я должен сказать, что это очень здорово. Вот эти заборчики красивые. Очень красивые. Вот эти все. Кому говорить спасибо? Вот за это, во-первых, как городу ухожено. Говорить. Во-первых, ухожено. Во-вторых, это безопасно, что в этой кураже они никуда не убегут. Они же куражистые собаки, особенно вот такие сумасшедшие, как моя Симка. Так что это очень здорово. Я, насколько понимаю, они не могут убежать, потому что на новых площадках там двойные ворота ведь, да? Есть понятие тамбура. Вот входная группа на эти площадки, там двойной тамбур. Сначала открывается одна дверь, потом небольшой тамбурок, пространство, и потом вторая дверь. То есть технически если кто-то заходит, а кто-то выходит, да, то у собаки нет возможности шмыгнуть в эту калитку и убежать. Это во-первых. Это продумано, это очень правильно все сделано. Дальше. Ну вот забор, даже забор, он стилизованный, видно, что это собачья площадка. Там вырезаны фигурки собак на заборе. Да. Вот. Разные покрытия, то есть площадка зонирована, есть газонное покрытие, есть покрытие, где вот собаки преодолевают препятствия, да, оно не скользящее, оно не обжигает лапы и так далее, да, то есть место. Есть вот это газонное покрытие, собаки, животные на самом деле аккуратные в большинстве своем, они не отправляют естественные надобности, где попало, да, поэтому вот наличие травы, это как раз вот тот самый фактор, который позволяет. Везде урны. И на самом деле создание вот этих площадок, это в том числе развитие определенной кинологической культуры, которая у каждого человека, держащего животное, она должна быть, да? Вот меня интересует, как там для собак все обустроено. Я представляю, как вот для владельцев, для хозяев там вот на этих площадках. Да, мы есть вот... где, не знаю, присесть там, не знаю, прислониться. Я хотя сказала, что я гуляю одна, конечно, я гуляю не одна. И гуляют со мной тоже собаководы, которые, ну, мои подруги уже стали, мы познакомились там. И, естественно, нам нужно место, где мы могли бы посидеть, пока наши собаки там час гуляют. У нас стоит очень хорошая лавочка, такая необычная. Есть навес, от которого мы можем от дождя спрятаться. И нам, конечно, комфортно сидеть на этой лавочке, когда мы устаем. Площадки освещаются. Освещаются. Ну, у нас шикарно освещаются площадки. Да. Во-первых, у нас она находится вместе. Это место, люди все, которые мимо проходят, как бы вот как, ну, такой сквер, и вокруг очень красивая травка везде посажена. Вот. И, конечно, я хотела про препятствия еще рассказать, потому что для моих собак это очень важно, чтобы не просто они бегали, а именно занимались спортом. Поднимались на горки, по конусам вот этим переходили, потому что все-таки умственное развитие собаки
когда они какое-то задание выполняют, это очень хорошо для самой собаки. Они совершенно другими становятся. Спасибо за такие площадки, которые вот классные. Вы уже эту дверь открыли, уже упомянули. Давайте поэтому специально приготовим. Понятно, что у нас не площадка для собак, но туннельчик. Груша? Давай, конусы, как мы с тобой пойдем? Вот так мы хорошо конусы ходим. Это, кстати, очень сложное задание, конусы пройти. Не каждая собака это может. Это упражнение называется слалом. Давай еще раз слалом пройдем с тобой. Груша, давай. Молодец, ай, какая молодец, ай, какая молодец, ай. Браво, молодец, молодец. Ну, сюда она, я думаю, по своему размеру не влезет, наверное. Пойдешь туда? Вот так вот. Да, мы нашли другой способ. Выход найден, да. А вот это моя собачка, мы сейчас попробуем с ней потанцевать. А как это зовут? Это Афин Пинчер, зовут ее Опра. Опра, иди сюда. Как ты танцуешь? Давай. Есть слова, которые там, дорога. Вот так он танцует. Молодец. Ай, как браво, браво. Ой, молодец. Спасибо. Так что на пользу пошли нам площадки, мы хоть чему-то научились. А, вы на площадке научились? На площадке, да? Она танцует, да, потому что люди приходят, и она вот такой вот выдает такие танцы. Таких площадок становится все больше и больше, и они людей действительно объединяют по интересам. А вот вы говорите, их становится все больше и больше. Меня интересует, кто вообще в принципе был инициатором создания вот такой сети? Ну, инициатором сначала был Сергей Семенович Собянин. Который инициировал программу «Мой район». Потому что «Мой район» — это же не только площадки, да, это красивые дворы, это подъезды там и все остальное. В том числе площадки для выгула и занятий собаками. А дальше этот проект начал развиваться по инициативе людей в мэрии, которые подхватили этот проект и, в общем-то... Ну, в 21-м году было всего 4 площадки. 4 площадки, да, Лосиностровский, Можайский район. В 22-м году открылось 28, в 23-м открылось порядка 30, и в 24-м сейчас еще порядка 30. Молодец. Уже обустроенных новых площадок. И есть старые площадки, которые до сих пор существуют, они в хорошем состоянии, но вот та форма, которую мы сейчас видим, да, и те проектные решения, которые мы сейчас с вами видим на экране, это вот то, что связано с новыми пространствами. Они наверняка будут развиваться. Еще я читал про передвижные пункты красоты и здоровья, которые когда их немного, да, но они появляются. Что это такое? Рядом вообще с этими площадками, и вот когда мы бывали на открытии этих площадок, а оно всегда очень торжественно проходит, приезжают ребята, у которых есть свои передвижные пункты, связанные и с ветеринарной темой. Это консультации, это может быть какая-то небольшая диагностика. После рекламы продолжим разговор о площадках для собак и поговорим с ветеринаром.